Всем здравствуйте, с вами Олег Кошевой. Со мной сегодня друг мой Дмитрий Афанасьевич. Пришли за грибами в негрибное время, но, как говорится, там, где грибов нету, мы их находим все равно. Главное, чтобы было желание. Если желание будет, то и грибы будут. Даже в время, когда нету грибов. Вот, сегодня идем, посмотрим, есть, нету грибов. Сейчас август, середина. Я думаю, что все-таки грибы будут. Грибы будут, и мы их вам покажем. Ну а так меня часто просят в этом в комментариях, чтобы я показал места, где там что грибы у меня есть. Вот, и я. Вот у меня есть такое приложение, я сноску в описании дам. Planet for me. Нажимаешь. Это приложение. И здесь мой аккаунт. И есть места, где я показываю, как где собирать грибы. Вот подосиновики. Подосиновики пошли, молодые подосиновики. И я сделаю подборку здесь, в этом приложении. Так что переходите. Вот подборка вот так выглядит. Оп, и здесь пошли грибы. Июль 2019. Сейчас я покажу. Нажимаете сюда. Вот они, это были лисички. На задний план надо вот эти три точки нажать и перейти, в общем, на карту, где я обозначил это место. Не выключай камеру. Вот только зашли в лес и добычи. Смотри. Раз. Маленький, вот второй маленький. Вот березочки пошли. Да. Он третий. Да, третий. Ну третий уже этот. Кстати. Ну этот как и молоденький, хорошенький. Хорошенький. Вот хорошенький. Так что вот подборочки. Сзади фон это карта. Переходим, смотрим. И смотрим, где. У меня что тут есть. Я место 3 оставлю, где я грибы собираю. Вот. Так что собирайте грибы. Устанавливайте приложение и смотрите, где у меня грибные места. Не все места покажу, но парочку покажу. Рваны. Вот они. Какие. Крепкие выросли, да? О! Аж свалился. Давай-ка посмотрим, какой он. Червивый или как? Как думаешь, червивый будет? Да, я думаю, что нет, не должен быть. Не должен? Сейчас посмотрим. Чуть-чуть есть. Уже вырос. Вот тут чистенько. Да. Вон еще один. Да, я смотрел, он что-то перерос. Ну это уже сухой. О, ножище толстое. А? Ножище толстое какое. Ну, да, как белый гриб такой. О, какие красавцы растут сейчас. Лес чуть-чуть сменили, и вот уже другой гриб, да. Давай, Фанач, срежь, если хочешь. Да. Берем под березы. Подосиновик. Подосиновик, да? Да, красненький. Ой, чистенький. Угу. Вот это вот. Хорошо. Чистенький, видишь? Не, есть чуть-чуть. Или нет? Все. Нормально. Угу. Еще один. Угу. Мягкий, хрустящий. Да. Чистый. Красота. Волна отошла, похоже. Ну, ничего, мы находим. Вот это вообще прелесть. Угу. Вот такие вот. Сейчас смотри. Чистенький. Вкусно пахнет. Присел одну лисичку сорвать. А уже вон куча. Они среди листвы плохо видны. Некоторые раздавил. Вот там. Вот это я вижу, да. Вот они, лисички. Много лисичек. Очень много сейчас. Лисичек много. И они. В этом году прямо радует. Прямо. Вот и вкусные. И вкусные очень, да.
корзина большая у меня. Вот смотри, здесь малефисты. Вот. Вот смотрите. Вот они. Вот они везде. И не видно, главное. Вот надо присесть, чтобы увидеть. Одну увидел большую и погнал по кругу. О, какой громадина. Вы смотрите. Ну-ка, давай, срезай. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вылез. Вот смотри, это... здесь должен быть еще вокруг. Здоровенный. Ой, чистый. Угу. Вообще потрясающе. Я перестрою свой взгляд на другие грибы, потому что вот сейчас такие подберезовочки растут. Вот эти так еще видно, да? А вот такие попробуйте заметить. Махонькие. Такие мне более интересны. Маленькие. Слизень уже. Вон там они тоже. Везде вот так присаживаешься и смотришь, и грибы. Подберезовики. Картина. Мертвый. Нет, уже. Хорошо. Живый же, да? Хорош. А вот он, малыш. Бочоночек, смотри какой. Я прямо выкручиваю. О, красота. И в шины летели. Лосиные. И там было? Дальше, вон они еще. Три штуки. Ну они большие, не там. Ну там, где большие, маленькие должны быть рядом. Иди смотри, какая красота. Прям. Прямо кустик подберезовиков. Сразу три из одного. Когда работал, деньги были, у меня один раз тысячу дал. Смотри. Ух ты. Из одного куста. Три это штуки. Это семейка их. Рейфер, да. Да. Молодая семейка. Не червивая. Фу. Гнилой? Нет. Не червивая. Червивый? Нет, нет, хороший. Ну, бери, кто-то сел его сразу. Молоденький. Угу. На него наступил кто-то, скорее всего. Нет, маленький еще там. Да, он наступил кто-то на него. Прямо это, раздавленный. Угу. Видишь, на кой кто-то наступил. А он все равно вырос. Когда он маленький был. Мои, вы только посмотрите. Только посмотрите, да, Фанась? Ну, да, 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 да. Надо... Ну, окраски смотри, какие необыкновенные. Ну-ка, да? Поставь сюда корзину, сейчас вообще фон будет такой красотища. Угу. Да, вот, красавчики. Это он и она, наверное. Наверное. Пара. Ну что? Что, давайте срежем или откручивай? Я откручу, они должны прямо с одного корня расти. Да, с одного корня. Вот это да, Михалыч. Ух. О. А ну сейчас ножик. Смотри-ка. Попробуем. Да, их оставим так вместе для. Так, аккуратненько почистим. Угу. Мусор. Ой, какая красота. Заодно это. Ты детям показывай, да, какая красота. И грибницу вот так вам закрыть. Видишь, какой Господь Бог творение создал. Такие. Красотища. Это так и оставим, Михаил. Да. Да. Вот да. Примерно так. А вот и бочоночек. Вот и бочоночек. Смотрите, какой он красавчик. Это мы любим такие. Да. Как будто это подосиновик, значит. Это подосиновик. А, или подберезовик. Не, подберезовик. Чистенькие-чистенькие. Мы такие вот подберезовики было спутали с белыми. Они когда выросли, эти бочонки, только вылезли беленькие. Я думал, белые. Да, такие. Шляпки они. Такие. Ну, толще была нога. Угу. Миша. А, это я увидел.
Вот эти гвоздички, видите, какие-то маленькие. Да. А это таких мы не берем. А вот здесь. Вот, подожди, вот семейка, иди сюда, Фанач. Иди, иди, подожди сюда. Здесь порежь, семейка. Гвоздевую. Угу. Вот они. Гвозди. Ой. А там. А тут осмотрите. Прямо они толстяки такие. О. Ножки такие. Да. Красота. Еще. Вот это вообще, подожди, даже сфотографирую. Даже. Все, фото готово, давай. Ой. Вот это подберезовик. А тут лежит гнилой вот этот умер. Угу. Большой умер. Ну вот он сам умер, говорят, видишь, грибница остается, гниют, когда срезают. Тоже. Вот они лежат, так же гниют. Нет аргументов ни в ту, ни в другую сторону. Михаил, там еще семена, дальше. Если семена умирает, значит оттуда выходит что-то, плод. Да. Все под ногами, ребята, все, все. Вот там смотри. Вон вот они. Там смотри, вот там смотри. Там. Вот здесь смотри. Вот они. Гвоздички. Вот они. Вот, смотри, вот они. Вот это снимай. Смотри. Вот прямо глаза разбегаются. Вот они. Смотри, здесь прямо. О, какая красота. Да. И все молоденькие. В общем, я сделаю сейчас подборку. Прямо сейчас поставлю точку. Чтобы сноску в описании дам, вы перейдете. Вот тут добавляем точку и гель. Точка. Смотри, Михаил. Все, сносочку в описании дам, вы посмотрите. Чистенький. Видишь? Ага. А там сзади, смотри, три штуки сразу. Да, я вижу, он толпа. Гвозди маленькие. Толпа. Вот они. Срезай, срезай. Аж хрустят. Ой, там дальше, я не могу даже остановиться. По парочке растут. Трое. Вот они. Это я понимаю, гриб. Вот это да. Вот это красавчик. О. Чистенький. Прыгай, да? Птички его закрываю. Но. О, из отборного, да? Угу. Стадо дислокации меняем. И я подосиновик. И разные грибы пособираем. Там подберезовики были, здесь не будет подберезовик. Здесь подосиновики и белые. И лисички. Идем дальше. Ха, попался, друг. Ничего себе, вот это металл. О, иди сюда. Прямо. Прет у тебя. Хорошо. Березовик, да. А тут. Вот, смотри, о, какой большой. Ну-ка, подожди, подожди-ка. Какой красавчик. Нога толстая. Шляпу поклевали. Да, поклевали шляпу так. О, красота. Грибница хорошая. Все чистый. Ага. Какой больной этот как его был. О, беленький. Ну он был этот как его сбоку. Угу. Вот подосинники, видишь, какой красавчик. Что-то птички их этот как его закрывали. Уже время пришло. Вот здесь, смотри, гвоздик такой. Подосинник, видишь? Вот он. О, этот хороший.
Да. И вот там еще один. Сейчас покажу. Вот этот хорош. Вот он там. Целая тропа, да? Ну, вот, вот маленький один, еще большой один. Вот маленький. Полезли так, что? Ага. Это сейчас вот нашел, когда с тобой иду. А вот здесь это сейчас я вижу. А вот, смотри, еще один. Бочон возьми, а вот здесь это как. А там вон на фонарь еще торчит, иди сюда. Где? Вон он, под деревом. Доставай. Да здесь этот, как Михалыч, подожди. Вон еще один. Нет. Ну вот здесь этот как его. Вон еще один. Нет, я не туда, Михалыч, далеко там иди. Вот здесь где-то. А вот он, Михалыч, иду. Потом там посмотрим. Вот он. Где? Вот, вот, вот. О, красавчик. Знаешь какой? Молодцы. Спасибо. Молодцы лезут. Ага. А вот этот проверь, он огневой. Молоденький гнилой, да? Угу. Вот они спрятались. Молодые спички. Прямо лезут. Вот здесь метр. Прямо, слушай, они вот только полезли. Угу. Вот видишь? Только полезли. Молоденькие. Ой, я еще один вижу. Вот. Где ты видишь? Смотри, целая поляна. О! Ну, Михалыч, у тебя и зрение. Вот это полянка. Спички. Кому надо? Спички. Вот смотри, видишь, сколько набрал? Два нашел. Вообще красота. Вот он один. О, три. О, там еще вон лезет маленький. О! Я не знаю, Афанасьич. Они полезли. Такие махонькие. Ой, да сколько же их тут. Тьма. Наконец-то набрели. На молодняк. Молодняк. Ну красота, нет, неописуемая. Ничего себе, Михалыч. Так, это еще не все. А? Вот они мелкие, смотри, вот они. О, вот они, смотри. Раз. Смотри, какие. Два. Три, смотри. Все на одном месте. А, это гнилой, да, гнил. Все на одном месте. О, Михалыч, во-во-во-во-во. О, давай, рубай. Ничего себе. Смотри, гвозди какой. Вот он, смотри, один. О, пошли. Вот там. Вот здесь еще один. Эмоции пошли. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот здесь, смотри, еще один, Михалыч, видишь? Ой. Где он спрятался, видишь? Да. Ничего. Вот это вообще красавчик. О, здоровый какой. Угу. Да. Чистый внутри? Ну, проверяй. Там еще этот как-то. Ну, там вон куча их. Вот они. Ну это червивые. Нет, это, вот там гвоздик есть хорошенький, видишь? Это червивые будут. Вот гвоздик, 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 дальше. Вот дальше гвоздик, гвоздик, да. Вот он. Под эти ветки смотри, потому что здесь... Везде. Есть осина здесь. Они везде, да? Да. Где-то еще здесь. На. Ух ты! Не вижу, да. Не видит, Афанасьич. Грибочек. Раз. Угу. А я сейчас второй покажу, держи. Где второй? Смотри. Вот так же прямо. Хоп, оп, оп. Два. Смотри, потому что я здесь искать, что 10 нашел. Он спрятался. Смотри, какие махонькие. Да махенькие. Аккуратненькие.
Беленькая ножка. А? О, уже понимаю. Друзья, прямо на шесте. Прямо на шесте. Вот смотрите, видите, молоденький, прямо. Да вообще этот как, не передать словами. Вот они только полезли, только полезли. Это не все, вот здесь вот еще, смотрите. Бочоночек маленький, малюсенький. Маленький, конечно, жалко, надо было ставить на пару дней. Их. Так и на пару дней, потом приедешь, этот как, и через пару дней, откуда знаешь, где ты будешь. Лучше сейчас. Да, такие красавчики растут под березовики, только повылезли. Ну, под осиновики только повылезли, и под березовики, как бочонки. Это я понимаю, находочка, друзья мои. Вот это находка. Молодой. Расшатываешь так пальцем грибницу аккуратненько. Хоп. И здесь засыпаешь так. О, вещь. Да, почти. Да. Вот это я понимаю. Вот. Это подосинник. Под березовик. Подожди. Красотища. Березовик, а вот он. Дружок. Тоже чистый. Подосинник. О, молодые пошли. Тоже чистый. Червивый. Нет? Червивый, да. Не дожил, ну ладно. Ну что, друзья мои, вот такие красавчики у нас есть сегодня. Знаете, сегодня просто день такой радостный. В прошлый раз я ходил, они еще не лезли, не было затишье. А вот сейчас именно мы напали на начало волны, да, Афанасьич? Да. И начало волны у нас вот такое. Молодцы, молодые. Молоденькие. Молоденькие. У меня тоже вот спички. Ну, таких целую корзину трудно набрать, конечно, но они вот полезли. Лисички, подосиновики. Вот. Ставьте лайки, друзья мои, подписывайтесь на канал. Спасибо, кто написал комментарии про сыроежки в прошлом видео, кто их ест. Особенно спасибо тем, кто рецепт дали, как их приготовлять. Очень приятно. Теперь я хочу спросить, что вы больше любите, подосиновики или белые грибы? Напишите в комментарии, пожалуйста. Вот. Ну, еще можно и подберезовики что-нибудь написать. Пишите рецепты, как их приготовлять, лисички. У меня лисички на первом месте. Все, а с вами Олег Кошевой. Подписывайтесь, смотрите, чтобы колокольчик не был красным, а был сереньким. Все, будет еще новое видео. Пока-пока. Да, еще, кстати, точки геопозиции. Я приложение прикрепил в описании под видео. Там я сделал сборку в этом приложении Planet for Me, где некоторые места, где я собираю грибы. Все, пока-пока.